Привет народ, с вами Варчик, в этом видео поговорим с вами про танчики из коробки и остальные вещи, связанные с новым годом в World of Tanks. Итак, во-первых, что хочется сказать, это то, что три новых прем-танка из коробок, откровенно говоря, сильными их сложно назвать. Торнваген, Каливан и М4Вай. Эти танки можно назвать просто сбалансированными, не сильными, что вроде как типа хорошо, рандом они вроде бы не должны сломать, но, по сути, если на них посмотреть, то у них есть очень сильные некоторые параметры, особенно у Каливана и Торнвагена это заметно, у них некоторые параметры очень сильные, а остальные крайне слабые, за счет чего тяжело их реализовать, но если это получится сделать, танк просто становится каким-то свербешенным. Вот и получается, что... Вроде бы и реализовать их тяжело, но и в рандоме неприятных ситуаций они наделают очень много. Вот допустим Торнваген, он никуда не успевает. Но если вы на нем успеете, станете в хорошую позицию и она будет ключевой в бою, вы с нее будете весь бой стрелять, а вас вряд ли кто-то пробьет. Но большее количество боев на этом танке невозможно вообще успеть поиграть в игру. Но если вы играете против этого танка и он все-таки станет в выгодную хорошую позицию, то против него играть практически невозможно будет. Я думаю, вам будет вообще не весело играть против этого танка, когда из-за бугра выезжает одна козюлька, которую практически не видно, а она еще вам стреляет с нормальной такой альфой и большим пробитием. Приятного в этом мало. Конечно же в общей массе эти танки в принципе не успевают вообще ничего в бою сделать. И эти танки очень легко просто снести напором, ДПМом и так далее. Но так будет не всегда. Получается на этом танке крайне тяжело играть и очень сложно его реализовать. Но в моментах когда у вас получится, вы будете просто бесплатно стоять в позиции и просто тыкать урон. Расслабон наступит максимальный. А вот для ваших врагов наоборот большую часть боев вы будете просто этих турнвагенов не замечать и просто сносить их не глядя. А иногда враги об них будут спотыкаться, поскольку не смогут их продавить. Это очередной танк, который из разряда крайне уникальных и переапанных некоторых параметров. Что я имею в виду? Вот у нас есть в игре колесники крайне быстрые и переапанные в скорости маскировки танки. Да еще и с альфой и стабилизацией. Крайне противные и раздражающие многих танки. Приятно с ними играть в игру? Да не очень. Вот у нас еще есть в игре Крайне маскированные всякие СТРВ плоские ПТ-шки с огромным пробитием, ДПМом и точностью. Порой против них тоже неприятно играть, если они где-то хорошо станут. Но опять же, очень часто люди просто не знают или не могут стать где-то хорошо. Поэтому иногда они доставляют много проблем, а иногда вообще нисколько. То же самое, как и колесники, которые на первой минуте умирают, они могут достать проблемы могут раздражать вас весь бой, а бывает, что и нет. Так вот, это еще одно. Торнвагены со своей башней, вот этой микроскопической, иногда они будут доставлять проблемы, и очень большие жопы от них, я думаю, у вас будет гореть не один раз, поскольку рандомные игроки вряд ли что-то придумают, что можно с ними сделать. Но опять же, в основном они просто не будут успевать поиграть, из-за того, что они крайне медлительные. Так еще и второй прям танк из коробки, Каливан. Это то же самое. Крайне большое пробитие, с барабаном на два снаряда и очень большой альфой. Еще есть УВНы, а иногда можно даже и фугасом стрельнуть. Иногда эти танки просто будут не попадать, иногда они просто уйдут на КД долго, не нанеся урон особо никакой. Но я думаю, что это бесит, когда ты играешь на вроде как бронированном тяже, жирном и большом, выезжает какой-то пупсик восьмого уровня и с пробитием почти 300 на ББшке дает тебе два раза по 600 с промежутком 3,7 секунды. Приятного в этом мало. Да, после этого у него долгая КД. Но как часто будут люди просто выезжать на убой, высирать два выстрела с барабана и даже отправляться в ангар, но эти 1200 хп никто уже не вернет. Да, большую часть времени Встречаете танки в бою, они будут промахиваться или сливаться, неправильно выезжая где-нибудь, раздавая один барабан и отправляясь в ангар. Но опять же, тоже это будет не всегда. И горящих пуканов от такого танка тоже будет много. И опять же, на нем сыграть и реализовать его тоже сложно. Танк очень непростой. И у меня вопрос. А надо было вообще такое добавлять? Нельзя ли было сделать эти танки не настолько впадающих в крайность. Допустим, сделать торнвагин не такой жесткий в башне, в плане брони, но зато чуть подвижнее, чтобы играть было проще на нем. И против него тоже было проще. Неужели нельзя было сделать наколевание фугасницу более приятной в использовании, но чтобы она не так жестко уничтожала врагов? Зачем было настолько впадать в крайность? что в одном танке, что в другом. Хотели настолько сильно удивить танкистов? Ну, удивили, а дальше что? Это как зараза какая-то прилипнет к рандому и будет в нем находиться? На мой взгляд, это перебор. Реализовать эти танки крайне сложно, поэтому и удовольствие получить на этих танках нелегко. А вот говна в рандоме они добавят много. Вот и получается у нас, как обычно в рандоме, просто нормальных танков почти не осталось. То у одного супер альфа, то у другого супер крепкая башня, третий самый быстрый, четвертый самый невидимый, у одного самое огромное пробитие, у следующего самый огромный ДПМ. Самое главное, чтобы... У танка был какой-то параметр, максимально завышен, дальше некуда. Единственное, что м 4 в какой-то остался обделенный. И пушка у него какая-то не особо интересная, и сам он урод какой-то. И уязвимых зон так много, что его реализовать крайне тяжело. Он скорее играется как средний танк. Только размер у него как будто бы это 4 средних танка. В каких-то позиционках или в сражении лоб в лоб с тяжами сыграть на нем очень тяжело. Танк просто получился сложный и ничем не впечатляющий. То, что у него гусеница, когда сбиваешь, танк все равно едет. Он так едет, как будто бы лучше бы на месте стоял. В общем, просто добавили сложных сбалансированных танков. Но сбалансированы они следующим образом. Все параметры не очень, а некоторые выкручены на максимум. Вот и весь баланс. Также хочу поблагодарить вас за то, что вы еще присылаете мне подарки по этим маркам картофельным. Каждый день приходит много бесплатных маленьких коробок. Это прикольно, но может быть я не всегда могу вам в ответ прислать, поскольку у вас там много марок в день получается там штук 14 или 12, а вас на добавлялось друзья больше 20. Тех людей, которые хотят подарками обмениваться. Поэтому по возможности, кому могу, в ответ назад отсылаю подарочки. Ну и насколько же рандом превратился в максимально турбо бои. Все бои реально заканчиваются на третьей минуте. Каждый бой человек по 6 в одной команде с нулем. Либо я давно такого не видел, либо даже может быть вообще никогда, чтобы столько много и каждый бой было людей с нулем. Отчего бои лучше явно не становятся. И очень быстро заканчиваются. Реально не успеваешь просто поучаствовать в бою иногда, как он уже и закончился. В такой рандом поиграть реально тяжело. И стримы, на которых у меня по 30% побед, никак не радуют, поскольку вроде бы работает бонус от новогодней атмосферы в фарме серебра. А серебро я фармлю меньше, чем без этого бонуса, поскольку побед нету. А раз нет побед, значит серебро фармится меньше, поскольку за победу намного больше получаешь, чем за поражение. Как можно пофармить серебро, когда у тебя 30% побед? Казалось бы, работает этот бонус, хочется пофармить серебро, но на самом деле уже и не хочется, поскольку я его фармлю меньше, чем в обычный день. Реально меньше. Это очень смешно. Вот в воскресенье я сыграл 30% побед. Еще в этом году очень интересный и смешной стрим года получился. Он еще идет, когда я записываю видос, но смотреть его уже не хочется. Интересного там нет вообще ничего. Просто про игру, что будет дальше и что в ней происходит, вообще нифига не рассказали. Какой-то там турнирчик у них проходит. Кто его смотрит, и вообще хз, мне вообще не интересно. И что еще хочется добавить про Новый год? Собирать коллекции вообще отвратительно. Поскольку нужно фармить новые игрушки. Ты в коллайдере заряжаешь эти осколки, крафтишь игрушку, а они почти всегда повторные выпадают. По 3-4 по четыре раза подряд. Очень смешно. При том, что в коллекции не хватает больше половины игрушек, а выпадают одни и те же по 4 раза. Это просто смешно. Из-за того, что коллекции плохо собираются, процент фарма серебра от новогодней атмосферы не такой уж и большой. Он, наверное, докачается и будет максимальный, когда в картошке уже закончится вся эта новогодняя мишура. Что-то, на мой взгляд, какой-то пресный получился Новый год в картошке. Прям реально неинтересный. Сидишь, как какой-то бот варгейминга, эти подарочки каждый день шлешь одним и тем же людям. Картоха нашла себе бесплатного раба, который сам играет в рандоме, чтобы получить марки, чтобы за марки отправлять одним и тем же людям бесплатные подарки. Чтобы из бесплатных подарков получать осколки и за осколки фармить повторные игрушки, из которых хрен соберешь коллекции, из-за чего не повышается фарм серебра. При этом фарма и так нет нифига, потому что 30% побед. В итоге я фармлю просто какие-то нищенские лям серебра, за несколько часов игры, хотя раньше я фармил в два раза больше. Превосходный новогодний фарм, я считаю. С вами был Варчик. ради красиво. Всем пока.